Всем привет! Я продолжаю тестировать продукты с бакучелом. Сегодня у меня на очереди сыворотка от бренда MediPeel. Она находится вот в таком вот непрозрачном практически флаконе стеклянном. Здесь мы можем видеть вот сейчас на свету, что я потратила за 10 дней применения этой сыворотки практически 2/3 флакона. Сыворотку я использовала 2 раза в день, утром и вечером. То есть, на мой взгляд, расход, конечно, достаточно большой. Дозатор у сыворотки пипетка. Опять же, на мой взгляд, было бы, конечно, намного гигиеничнее, если бы это была помпа. Вот такой вот здесь, наверное, гель или больше даже на эмульсию похоже по консистенции. На мое лицо мне достаточно 2 пипетки, на лицо и шею вернее. Есть легкий парфюмерный запах, наверное, вот цветочный, я бы сказала. Вот, сыворотка хорошо питает мою жирную кожу, увлажняет ее, но, на мой взгляд, ее для меня многовато. То есть после использования этой сыворотки мне не требуется крем, да и санскрин, как бы ложится не очень хорошо, чувствуется, что перебор с уходом. То есть, возможно, летом я бы вообще не смогла ее использовать, и вот, я думаю, она слишком питательная для меня. В составе у нас есть у этой сыворотки, собственно, бакучиол. Здесь всего лишь 0,01% бакучиола, но, на мой взгляд, это очень мало. Вот. Также в состав входит, я насчитала в составе 11 пептидов, ниацинамид, что еще здесь, ресвератрол, экстракт кофе. То есть, в принципе, состав неплохой. Здесь еще разные растительные экстракты для питания кожи. Но я бы не сказала, что прям такой вот вау. Из претензий моих к этой сыворотке, это то, что она очень быстро заканчивается, и то, что она, наверное, все-таки для моей кожи слишком плотная. По результатам использования я бы не сказала, что вот за эти 10 дней как-то моя кожа вау, как преобразилась. То есть нет такого, я бы повторно эту сыворотку не купила.